Вот, ну и замена масла. Все, сейчас мы будем убирать замену масла. Так, подожди. Короче, выключаем машину, не заводим ее. Так, вот у нас мы выключили машину, у нас появилась эта фигня. Так, я просто включите машину, просто не заводите. Я держу, стрелки пошли, обнулить. Все, индикация обнулен. Все, требуется замена масла. Так, а теперь давайте выключите и попробуйте снова. Давайте, тестим. Все, да, вот мы типа пришли, включайте. Так, подождите. Долить жидкость омывателя. Надо долить. Долил. Вот так, короче, мы обнулили индикатор замены масла. Сейчас дольем водички в омывалку. И вообще у нас будет все четко. А руль у нас полирован, потому что у человека болт золотой здесь стоит. Это золотом полированный руль. У нас патриотическая Шкода, вон, видите, с дверской ленточкой. И вот еще какой прикол. Человек говорил там недавно, что он поставил на панель там предметы по 50 грамм, типа, и продавило. Вот. Вы же отсюда вообще не убираете навигатор, регистратор, да? Нет. Сколько уже, год-то лежит или полгода? Месяц лежит? Полгода точно лежит. Ну вот, а тут человек написал, он типа положил предмет с весом по 50 грамм. И у него типа продавило здесь, как выемка осталась. Ты как его продавишь-то? Не знаю, он говорит, сейчас я, говорит, убрал и типа это, жду, когда выпрямится обратно. Я говорю, может, на жаре просто. Вон же, все цело, ни следов, ничего нету. Вот какая-то непонятная ситуация. А вот здесь вот на этом, может быть, он лежит. Не, ну все равно же. У вас же вот этот. И этот вот. Радар-то здесь лежит. Это здесь лежит. Вот грамм по 50-то они весят. Что-то человека. Так, все, давайте тестим последний раз. Шкода, все, машинка, заводим, все. Вот он. Вот в следующий раз, вот когда будешь масло менять, вот тогда так же делать. Два раза нажал его, дальше, да? Нет. Обнулить? Получается, на выключенной машине нажимаете вот этот сет и держите. Потом просто включаете зажигание, не заводя. Там появляется индикатор, вот этот, заменить, сбросить. Просто еще раз нажимаете сет, ну, и сбрасывается, и все.